Этой осенью каждая может почувствовать себя важной птицей. Под прицелом, пожалуй, самый неоднозначный, но весьма притягательный тренд. Перья, как отголоски 20-30-х годов, заполнили осенние подиумы, возвращая нас в эпоху старого Голливуда, роскоши и гламура. Чрезмерность – вот основной тренд этого сезона, поэтому оперение нас ждет с привкусом глэм-рока и богемы 20-х годов. Модели на модных показах, что называется, оперились. Одни дизайнеры предлагают скромные варианты с отделкой подола или какого-то элемента одежды, другие призывают облачиться в такой декор с головы до ног. Самые смелые мастера выводили на подиум моделей в шубах, имитирующих оперение птиц. Такие эксперименты в наших широтах мало осуществимы, но и это не повод отказать себе в удовольствии и примерить ультрамодный тренд. Безусловно, юбка из перьев, надетая в офис, будет смотреться странно, а боа превратит нас в городскую сумасшедшую. Здесь главное не переборщить. Одежду с оперением можно внедрять в свой гардероб постепенно. Для дневных образов подойдет юбка или брюки с отделкой из перьев. Для вечернего же образа можно пуститься во все тяжкие. Выбирайте на выход платье, щедро украшенное страусиными перьями, и дополняйте его минималистичными аксессуарами. Если тенденция вас окрыляет, выбирайте одну деталь, которая будет притягивать к себе внимание. Это может быть самодостаточный аксессуар, либо элемент декора в одежде. Платье с перьями придаст модному образу женственности, правда, добавит и объема. Таким сложным и тяжелым декором очень легко скорректировать фигуру. Выбирайте элемент перья именно на ту часть тела, которой хотите привлечь внимание, и тем самым уравновешивайте пропорции. Единственный минус пернатых нарядов и аксессуаров – хрупкость. Перышки могут сломаться при частой и неаккуратной носке. Приводить в порядок такое изделие придется исключительно в химчистке. Но даже это не останавливает модниц всего мира. Ведь когда еще появится возможность почувствовать себя жар-птицей?